Друзья, всем привет из Баден-Вюртемберг, юг Германии. Мы находимся в городе Хайнген сегодня. Приехали посетить пещеру Вимзен. Это единственная пещера в Германии, куда можно добраться на лодке, а также самая глубокая исследованная подводная пещера в Германии. Это наша вторая попытка, мы как-то уже один раз сюда приезжали, но не попали. Было время каникул, мы даже не смогли припарковаться. И стояла очередь, стояли, ждали машины, и, в общем-то, мы уехали. Сегодня 6 сентября, пятница, приехали мы пораньше. Парк-пляц был полупустой. В общем, нам повезло, мы припарковались и идем на кассу. Нужно купить билеты. Билет на взрослого стоит 7 евро. Приглашаем вас с собой и желаем вам приятного просмотра. Водичка чистая, так красиво вот эти растения, прям как наводнение что ли, почему растения там? Ну, понятно. Ресторанчик тут есть у них. Ну, я не знаю. Похоже, да? Форели? Да. Потом уже рунгангвейк делают. Значит, здесь, смотри, Ваня, есть форелинсук. Форелинсук на оле. Нужно форель не купить домой, а? Или нет? И кости. Что значит не купить? Кости. Ничего, не одни кости. Это рунгвейк, можно право идти и потом слева вернуться. Сколько это километров? Вимзенархёле. Вот сюда мы поедем. Большие. Жрать нечего. Ну и кормят. А водичка такая чистая. Там что за терраска? Ложиться можно отдыхать, видишь, какие-то. Хорошо. Такой природный оазис. Эффектный. Можно туда пойти посмотреть? Смотрите, наверху крест на скале. А то, что можно было быть. Интересно. Мне так нравится, что вот растения в водичке. Я такое еще никогда не видела. Вот такие зеленые, сочные. А? Утка как настоящая, вон. Я присматривалась, она настоящая или нет. Там у них что-то... Утка настоящая. Эх? А я? Сейчас чего ты взяла, что так? Она стояла, прям не двигалась. Вот, а я думала, что это такая. Да. Смотрит она. Прикольно. Взяла на нас, соседа. Это что, как дамба тут или да. Что? Да. Жмили. А, тут можно прогуляться. Ой, воздух какой прекрасный.
Ваня, чувствуешь, какой воздух хороший? Вода, наверное, ледяная, да? Прям холод от воды идет. Тут такая дорожка, можно гулять по ней. Да, хорошо, кто тут живет. Можно ходить, гулять каждый день. Красиво. Погода немножко подкачала, а так очень даже немножко прохладно. Привыкли на море 35 градусов. А у нас сегодня даже 20 нет, градусов 18. Сели на лодочку. Смотрите, как мы туда сейчас. Да, Ваня, тебе, наверное, ложиться придется. А? Водичка такая чистая. Что ж по пегельной такой высокий? Вода пониже. Это пегель? А как это, фрусишь? Ну, высота воды. Сантиметр. Высота воды. 50 сантиметров, где-то полметра. Genau, auf die Köpfe gut aufpassen. Bernhard, du musst auf seinen Kopf aufpassen. Ah, ich bin so klein. Und sind wir jetzt hier in der größten Kammer der Höhle, also größer wird es nicht mehr, es wird eher noch enger. Das Wasser ist hier ungefähr 3,50 Meter tief, hat eine Temperatur von ca. 7 bis 8 Grad. Hier auf der Seite sieht man unseren einzigen und auch letztendlich größten Tropfstein in der Höhle. Ist ungefähr so alt wie die Höhle, das heißt ca. 1,5 Millionen Jahre alt. Wächst pro Jahrzehnt nur 1 Kubikzentimeter, das heißt nur ungefähr so viel wie ein Zuckerbrötchen. Hier über unserem Höhlenkreis sieht man so einen kleinen Spalt. Der ist jetzt unschick zum Erkennen, wenn man rausfahrt, ist es ein bisschen geschickter. Da sind im Winter, in den kalten Monaten, Fledermäuse drin. Bis zu 15 Stück, die dann hier den Winter verbringen. Momentan kann es aber noch keine drin. Hier, wo die Lampe hinzeigt, sieht man immer so ein bisschen grüner Bewuchs, zum Beispiel hier oben oder auch hier oben. Das ist die Lampenflora. Normalerweise können die Pflanzen ohne Sonnenlicht gar nicht wachsen. Aber aufgrund unserem Licht, das eigentlich nur die Höhle beleuchtet soll, seit 1927, sind ja doch ein paar Pflanzen gewachsen. Jetzt gleich am Ende der Höhle für uns angelangt. Da kommen wir zu unserem Wendemanöver, mit dem aber nicht das Boot wendet, sondern mehr wendet. So. Gleich wie es geht. Hier ist die Höhle für uns zu Ende, aber für die Taucher ist sie noch nicht zu Ende. Hier drüben sieht man so ein weißes Seil, das ist unser Tauchseil. Da wird halt im 1961 hat der Taucher namens Jochen Hasemeyer, auch ich habe es im Blaukopf, entdeckt, dass hinter der Felswand, wo das weiße Seil quasi hinführt, die Höhle noch weitergeht, ca. 1,3 Kilometer gesamt. Dann taucht man erst durch ein 60 Meter langer Wassertunnel durch und dann geht es in die eigentliche Höhle. 60 Meter tief ist Wasser da auch, was zur tiefsten Wasserhöhle in ganz Deutschland hier macht.
Also das ist nichts für schwache Nerven, also man braucht eine sehr gute mentale und gesundheitliche Fitness, dass man da gut durchtauchen kann. Okay, komm. Mal gucken, was stärker ist, der Fels oder die Köpfe? Hier auf der Seite sieht man so Kratzspuren vom Biber, der hier ungefähr einen Kilometer weiter weg lebt und immer mal wieder hierher kommt. Der bringt jetzt seine Äste mit, weil hier gibt es ja sonst gar keine Pflanze, aber jetzt kann man mit Hals und Köln mit Fußes zu begehen, bis dann die Zwiefahrer München kamen und das da unter die Mühle gebaut haben, dann alles aufgeschüttet haben unter und dann ist das Wasser quasi von dem ganz kleinen Bach, der früher war, so weit eingestiegen, bis es so hoch ist wie jetzt, also ungefähr 3,5 Meter hoch. Souvenir die Höhlenbeule mitnehmen. Aber das ist der ganze Tag machen? Schau dann. Das ist der ganze Tag machen, schauen wir dann auch, oder? Ja, dann schon. Jetzt geht es ja nicht sicher noch. Köpfe einzeln. Dann mache ich das Brot noch hinter und fahre fest. Und dann dürfte ich sicher. Hoppla. Ja. Смотрите, какое поле бесконечное. Два деления появилось, а про эй. Поднялись немножко наверх. В общем, нам до этого шлёса метров 500. Поднимаемся. Дошли мы до замка, но заходить нельзя. В нём живут люди. Просто можно пройти, посмотреть. До сих пор тут кто-то проживает. Ну, Ваня сейчас прочитал, только когда день открытых дверей, можно приходить и смотреть. Ну, а так тут, в принципе, ничего нету больше. Я знаю, что это такое? Это боярка. Боярка? Я думал, она в Сибири только у нас вдоль посадки росло. По-моему, это боярка? Ну, может быть, похоже. По деревьям коряво видно, что такая корява. Вот. Вполне возможно, да. О, боярка. Смотрите, какой забор старинный. И сейчас проволокой. Интересно. Крутить и палки вставлять. Сейчас три ряда. Да, с этому забору, наверное, очень много лет уже. Лет 100, может быть, даже. Там ничего не стоит про замок. Сколько ему лет? Беседка прямо пустая, такой вспышки, производители будут качаться и видно. Ага. Большая, там большая территория. Ух ты, подниматься потом. Тут вот такие ворота. Да, везде стоит Кайнцуганг, не заходить, не. Старенькие ворота. Кто за ними не ухаживает, они уже все ржавеют. Как жал. Вот такой вот. Здесь хорошо видно замок.
Ну, мы уже прошли 500 метров. Вон он. Гласталь. Мост. Речушка течет. Может, вот это вот гласталь? Может быть. Где рыба? Где форель? Это очень мелко, мне кажется, для рыбы, вот, да? И тем более такое течение. Вон. Форели пофиг, они стоят там. А там стоит, вон, что-то все зеленью заросло. Почему? Как болото. Вообще хорошо, да, конечно, тут. Кто живет в этом доме, здесь замечательно. Природа. Тишина. Такие поля, красивые луга. Очень хорошо. Птички поют. Единение с природой. Березки. Ну, вот это и стар для стар. Красавица. Да, жаль, мы собачек не взяли. Ну, наружу ты не мог бы его. Ой, вовнутрь туда брать. А на улице его оставлять тоже, блядь. Вот, шлёз. Эйренфельдс. Герб ихний. Смотрите, мол, такой вот тут мост через речушку, тоже старенький. Все, идем обратно. О, инфанг появился, 4 деления. Мы были в горах, там вообще нет инфанга. Вообще никакого. В общем, не очень нам понравилось. Практически нечего смотреть. Вся эта экскурсия длилась минут 7, да? Ну, 10 минут точно. И все. Ну, в принципе, можно, если нечего делать, один раз ездить. Посмотреть время как-то провести. Вот Свифльден, мы заехали в Свифльден. Заехали в город Цвифальтен. Самая большая, у нас не самая большая, большая праворая старинная. Один из лучших пива делает. Цвифальтен. Цвифальтен прой. Гастхоф Кирш заброшенный стоит. Когда-то был. Был и сплыл. И был, сплыл, да. Ну, а солнышко зато вышло. Тут мы с тобой были, да? Да, да, в этой церкви мы были. Да. У меня есть видео. Браурай музеум. Вот Браурай. Вот сама на цифр, так Браурай. 500 лет. Там Браурай. Тут тогда было все забито. Не было даже мест, где сесть покушать. Теперь, пожалуйста. Был какой-то церковный праздник был, католический, не итальянский. Просто здесь, видимо, большая такая диаспора итальянская. Вот тоже еще какая-то часовенка. О, как интересно. Я бы вот сходила бы в Айскаф, а Ваня не хочет. Вот и все, вот и весь город, да? В общем, едем закупаться, а потом будет видно,
чем еще сегодня займемся. Может, что-то на завтра еще спланируем. Завтра суббота, последние наши выходные. Отпуск заканчивается. Начнутся рабочие будни. Там уже много не поездишь.